Всенародным выбором губернатора Севастополя быть. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Владимирович Овсянников. Уже названа ориентировочная дата. Она стала известна во время интервью в Москве в информационном центре агентства ТАСС, когда журналист ошибочно поздравил Дмитрия Овсянникова с победой в выборах, которые прошли 18 сентября. Напомним, в этот день севастопольцы выбирали представителя в Государственную Думу и депутатов городских муниципальных образований, а не губернатора. Меня поздравляют, собственно говоря, не с чем, потому что выборы предполагаются в сентябре 2017 года. Планируется, что необходимые изменения в устав города, касающиеся введения прямых выборов губернатора в регионе, будут внесены по инициативе депутатов Законодательного собрания Севастополя 18 октября.